Три часа ночи. Я решил посмотреть «Машу и Медведь». Я включил свой новый телевизор и начал просмотр. Но вдруг интро мультика было сильно искажено. И тут экран телевизора потемнел. И неожиданно началась серия. На долю секунды медведь превратился в мишку Фредди. Я конкретно обосрался, и вдруг он вылез из телевизора. У меня не было выбора, и я съел мишку Фредди нахуй.1, 2, 3, 4.